Я настолько карту поломал, потому что, смотрите, я просто так передвигаюсь по городу, я ничего не делаю. Моя машина куда-то сама по себе уехала. Я даже не могу ее нафиг найти. Канал Way2Way. Приключения, расследования легенд, опровержения мифов, путешествия, много-много мистики в местах, о которых вы точно не слышали. Поэтому, ребята, заходите и подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня, ребята, за последние 3-4 месяца мы возвращаемся в Майнкрафт, а именно в прохождение карты. Да, ребята, как вы знаете, в последние пару месяцев у меня на канале выходил только Пиксельмон и только Кто твой папочка. Поэтому, ребятушечки, если вы хотите немного разнообразия прохождения карт, там, операции и многое другое, ребята, ставьте большой палец вверх. Я... хотел бы, чтобы мы набрали 5000 лайков на вот этой серии, потому что сегодня, ребята, мы будем играть в карту. А что бы было, если бы в Майнкрафт добавили машины, полицию, полицейские погони и многое другое. То есть мини-GTA 5. Да, ребята, вы все знаете в этой серии. Ссылочка на карту будет в описании сразу после вот того, как мы наберем 5000 лайков на вот этой серии, вы сразу сможете сами поиграть. Поэтому, ребята, я верю в то, что вы поставите лайк, 5000 лайков, это, в принципе, для вас очень просто, но я, ребята, буду выпускать для вас даже 2 видео в день. Хотите вы это или нет, решайте вы. Поэтому, ребята, просто поставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, делитесь ВКонтакте, делайте репосты. И, конечно, ребята, пишите что-то интересное в комментариях. Включите свое соображение, воображение и на самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. А сейчас, ребята, мы приступаем к самой карте. Это карта на версию Майнкрафта 1.10.2. И, в принципе, давайте, ребята, что мы посмотрим. Лотто. Это, давайте быстренько вам расскажу. Это небольшая лотерея, где мы будем открывать как будто кейсы в CSGO. То есть только с этих кейсов нам будут выпадать машинки. Тут, ребята, мы можем посмотреть, какие машинки у нас сейчас. Вы видели, сколько там машин было? Но сейчас у нас, ребята, только вот эта машинка есть. Самая простая. И давайте, ребята, мы посмотрим, что мы сможем сделать. Тут у нас, как видите, начало игры. Мне кажется, вы еще не совсем поняли, в чем смысл этой игры. Но давайте я вам эту карту сейчас подробно покажу, расскажу. И вы все, ребята, увидите сами. Ну что, ребята, поехали, давайте начинаем. И как вы видите, это действительно как будто GTA. Ну, в какой-то степени. В чем заключается суть этой карты? Ребята, сейчас, вот. А короче, мы играем за такую машинку, мы катаемся по городу. За каждую секунду мы зарабатываем по 1 баксу, как вы видите. Во-во-во-во-во. За каждую секунду, ребята, по 1 баксу. Чем больше секунд вы продержитесь, тем больше баксов вы заработаете. И в чем суть? Вы как будто нарушаете правила, и за вами начинают охотиться копы. То есть, они начинают за вами ехать на машинах, они начинают за вами гоняться просто пешком. И также даже на вертолетах. Какая ваша задача? Не врезаться, не попасться копам, и также, ребята... и также не утонуть в воде и многое чего другого. Вам просто... ну, заборы, ограда. Ага, переграда, да, блокада или что это такое. Ребята, главное задание — нам выжить, не попасться копам и заработать минимум 100 баксов. Потому что если мы зарабатываем 100 баксов, то мы можем открыть кейсик, с которого нам может выпасть какая-то лучшая машинка. Допустим, спортивная какая-то машина. Кстати, видите, за мной уже вертолет даже. Она может выпасть машинка с какой-то более скоростная, с лучшим управлением и многое другое. Поэтому, ребята, нам нужно выживать. Мы можем даже деревья сбивать, ничего тут такого сложного нету. Но управление, если честно, тут немного... как бы это помягче сказать, какое тут управление? Говнецо! Я надеюсь, я слишком мягко это сказал. Нет! Да. Как вы видите, я реально немного шандарахнулся. Но давайте мы еще сделаем немного потише, потому что, мне кажется, звук сирены слишком какой-то громкий. И сколько у нас стоит? 100. Да. Тут не пишет. А, да, вот, 100 пишет. Все же пишет. Поэтому, ребята, давайте возвращаемся сюда, и нам нужно реально заработать 100 баксов, чтобы попытаться открыть какой-то новенький кейсик. Да, ребята?
И, в принципе, как видите, в чем заключается суть этой карты. Управление тут очень фиговое. Вы не можете тут управлять на WASD, а только с помощью хотбара. То есть, как видите, если я вот сюда первый выбираю, вот этот слот, то я поворачиваю влево. Если второй, то я двигаюсь прямо. Если вправо, то я двигаюсь вправо. В принципе, все логично. А на четвертом слоте у нас, ребята, показывает, сколько денежек мы уже заработали в этом раунде. И также, ребята, как видите, вот тут я сейчас мышечкой показываю, у нас показано, в принципе, все, что мы заработали. Сколько у нас в сумме есть бабла, сколько секунд мы уже продержались в этом раунде. Ой, так. Не. Чуть не попались, нифига себе. Он пешком нас. Он пешком нас догоняет. То есть он пешком быстрее ходит, чем мы на башине катаемся. Поэтому нам получше машину бы и нужно. Потому что это, если честно, не очень крутая. Ну давайте мы сюда завернем. Так, главное сейчас не врезаться. Ну, а нет, я так надеялся, то, что я все же выиграл, но, как видите, нет. Как, так, управление, какое же тут дерьмовое управление, нафиг, как, куда, прямо, поезжай, прямо, какое же тут, так, чуть не попались, чуть опять не попались. Какая моя цель, ребята, какая наша цель вообще в этой карте? Мне кажется, заработать где-то 500 баксов от того, что мы убегаем от полиции, и открыть как минимум 5, о, кстати, офигенная полянка, тут можно долго убегать от полиции, и открыть как минимум 5 кейсов, чтобы показать вам, какие новые машиночки нам выпадут. Это самая первоначальная машина, ребята. Самая первоначальная машина. Мы еще, в принципе, тут ого-го, какие Феррари сможем открыть. И это, ребята, реально. А прикиньте, если бы вот такая мини-игра была в самом Майнкрафте. Я такую машину хочу, видите, вот эту синюю, которая передо мной сейчас. Охренеть, это прям какая-то Бугатти. Полицейские машины вообще с неба падают. Кто играл, ребята, кто из вас хоть раз играл Need for Speed? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы все, наверное, прекрасно знаем то, что даже если в Need for Speed полицейские будут ехать на москвиче, а мы на Бугатти, то москвич нас всегда догонит, да? Это закон любой гонки, любой гоночной игры. Мы, в принципе, это все прекрасно знаем. Кто играл в Need for Speed, ребята, напишите, где я вообще нахрен в жопе? Чё за... Чё у меня за невидимая машина, нафиг? Где я вообще? Так, 114 баксов уже есть. Как видите, вертолет с неба кидает какие-то решетки, которые, в принципе, могут упасть нам перед капотом и просто нас остановить. Тем самым полицейские смогут нас ловить. Что это такое? Wanted level. То есть у нас второй уровень. То есть две звездочки, прям как в GTA, нафиг. Офигеть. Так, еще один вертолет. Давайте, ребята, по прямой будем гонять. Вот. Я даже ничего не делаю. Она сама едет. У нас уже 125. Баксов. Как только мы проиграем, мы уже можем открыть один кейсик, ребята. Пока перед нами никого нету, поэтому мы можем спокойно ехать, и нас, в принципе, никто не должен остановить. Бабло мы зарабатываем потихонечку. Вертолет это, в принципе, как я вижу, вообще бесполезен. Дайте мне вот эту синенькую машиночку, пожалуйста. Я ее просто хочу. Где я опять? Почему тут как будто все так резко меняется? Почему я невидимый? А я могу вообще от первого лица? Где я нахрен? Я могу вообще от первого лица? Мне бы, если честно, очень хотелось от первого лица попробовать играть. Мне кажется, это было бы прикольно. Ну, давайте, ребята, будем продолжать. Вот полицейский машин... Да! Чуть не врезался. Мы уже продержались 2 минуты и 4 секунды. Охренеть. Ой, ну, новая какая-то полицейская машина! Ни хрена себе, она быстрая! Эту вообще плющит. А здравствуйте, сержант, вы там ничего не употребляли случайно? Я заметил, сержант, нужно должить вашему начальству. Его там вообще кумарит нафиг. Как видите, полицейская машина намного быстрее, чем наша. Давай, заворачивай. Так, проскочим, ребята, проскочим. Проскочили. Если бы я еще что-то видел за нами. У нас третий уровень. Вот машину мою стыбзил, смотри, такая же машина, как и у меня. Смотрите, сколько за нами уже там полиции гоняется. Сколько это машин? Машин 6 за нами уже едет 100%.
Просто 100%, ребят. Это хреново. Это очень хреново. С нами уже, наверное, полгорода гоняется. Но все же, ребята, ну все же. Мне кажется, мы в GTA не такое вытворяли. Если бы меня еще вот так не плющило каждый раз. У меня что-то мигает, знаете, экран. Смотрите, сколько за один заход мы уже заработали бабла, ребята. Уже 150 нафиг, 150 баксов. Если дойдем до 200, вернемся в главное меню, то я, ребята, вам покажу две новые машинки. Да. Так. Ой, нет, не туда. Управление тут такое конченое, то что я сейчас с ума сойду. Где? Я вообще ни хрена не вижу. Там забор. Словили. Окружили, паскуда. Ну да ладно, ребята, вы готовы? Кейсики. Кейсики, ну давайте посмотрим. 100 баксов за один кейсик. Что нам выпадет? Камон, это самое... Сидеть! Ребята, это просто офигеть. Это самая редкая машина, которая нам когда-либо выпала. Это, допустим, у нас если была синенькая пушка с КС-ки, да, которая с кейсов выпадает, то это красная пушка с КС-ки, нафиг. Я ее сразу выбираю. Я около 3 раз ее увидел на улице. Я 3 раза сказал: боже, как я хочу эту машину. Открываю первый кейс, и мне выпадает самая редкая машина в игре. Там пролетели около 4 самых конченых машин, и пролетела одна вот эта. И именно вот это мне выпало. Иди в сраку, иди в сраку, бабушкина машина. Я беру вот эту спортивную, возвращаюсь, и давайте посмотрим. Ни хрен. Чё со мной творится? Оу, воу, 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 чё с картой? Чё? Мне, походу, выпала самая редкая машина в игре, и я, походу, всю карту сломал. Потому что смотрите, ребята, что со мной творится. Давайте я разочек умру и посмотрим. Смотрите, прям в озеро. Прям в озеро. Бам! Да. Да, давайте я перезайду быстренько, а? Почему-то мне кажется то, что с этим самым эпическим дропом я полностью поломал всю карту. Сейчас просто ни хрена не работает. А, нет, все заработало. Я уже думал, я полностью всю карту сломал. Ребята, давайте... Охренеть, это машинка. Это прям чудо, нафиг. Это прям чудо. Но, давайте я вам еще покажу как минимум. А? Мне интересно, что это сейчас было. Ребята, давайте я вам покажу как минимум еще 2 кейсика. Мы их откроем, посмотрим, что нам с них выпадет. И вряд ли, честно, вряд ли. Вряд ли нам что-то сможет выпасть лучше, чем вот эта машина. Вряд ли. Но походу, как вы реально видите, я полностью сломал всю карту. Потому что с этим эпическим дропом... Все, я сломал карту. Автор карты даже не рассчитывал то, что кто-то нахрен выбьет вот эту самую крутую машину. А я это сделал. Поэтому давайте, ребята, мы сейчас быстренько попадемся полиции. Я вам покажу еще один кейсик. И посмотрим, что нам с него выпадет. Если бы я что-то мог сейчас сделать... Смотрите, я просто по кругу хожу. Больше ничего. Круто. Да. Я настолько карту поломал, потому что, смотрите, я просто так передвигаюсь по городу, я ничего не делаю. Моя машина куда-то сама по себе уехала. Я даже не могу ее нафиг найти. Да. Автор карты, ты меня очень прости то, что я такое сделал с твоей картой, но сам понимаешь, я не хотел. Эй, мне просто повезло то, что я выбил такое чудо-чудо-машинку. Ребята, мне кажется, ну что, мы больше не откроем кейсики в этой серии, потому что вы сами видите, то что с картой произошли большие неполадки. Но все же, ребята, я вам говорю большое спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть больше прохождений карт, смотрите, полицейские на крыше. Я не знаю, что... О! Я нашел свою машину, смотрите. Где моя машина? Смотрите. Это моя машина просто по кругу.
О, я проиграл, не может быть. Я полчаса искал свою машину. Ладно, давайте мы откроем еще один кейсик и посмотрим, что нам с него выпадет. Еще одна редкая какая-то. Ну, сейчас хрень выпала, а там эпик был. То есть нам выпала рэр, редкая, а там эпическая даже была. Прикиньте, если бы нам эпическая... Давайте, ребята, ну ладно, давайте я попробую дойти до 100 монеток. Да дайте мне вот эту машину, я вот эту уже хочу. Я попробую сейчас еще, ребята, дойти до 100 монеток, чтобы открыть еще один кейсик и посмотрим. Да, да, в принципе... Крутая идея, вот так стоять на месте и крутиться. Давайте мы так постоим. 2 минутки, через 2 минутки вернемся. Нет, не постоим. Ладно. Опа-на, еще 100 баксов. И как видите, моя машиночка опять куда-то пропала. А вот она где едет, да? Это она? Да, это она. Карта меня опять залагала, поэтому давайте быстренько врежемся вот в эту машиночку. Вот, да-да-да, в эту, прям в эту. Твою мать, ну пожалуйста. Ну врежься, вот. Нет, это, когда я специально хочу врезаться, это еще сложнее, чем... Ну врежься, ну пожалуйста. Да попади ты нахрен уже. И о, давайте проще всего в озеро. Просто в озеро спрыгнем, да и все. Вот так. Да. Хренеть, как это сложно. Ребята, открываем последний кейсик и посмотрим, что нам выпадет. Пожалуйста. Эпик. Настройки? Settings. Опа, это еще что такое? И что нам выпало? Settings room. Настроечки. Так, это что такое? То есть я могу включать день-ночь. Давайте включим день-ночь. Мини-карс. Да, давайте все включим и посмотрим, что это вообще изменит. Мне просто интересно, что это такое. Смотрите, эффекты всякие. Всякие эффекты. Ни хрена себе, ну давайте, мне просто интересно. Маленькие машинки я включил. Да, у меня реально маленькая машинка. Я включил маленькие машинки, я включил ночь, я включил эффекты. Смотрите, как это круто, ребята, выглядит. Смотрите, какая быстрая машина стала. Охренеть просто. Где я вообще? Офигеть, мини-машинки, ребята, это еще круче. Но мне кажется, реально на этом уже можно заканчивать. Ребятушечки, я вам говорю большое спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть больше прохождения карт, вы сами можете мне предлагать пройти какую-то карту. Вы это можете делать ВКонтакте, допустим. У меня есть группа ВКонтакте. И страница ВКонтакте. Заходите, добавляйте меня, друзья, ВКонтакте. Я вас, ребята, постараюсь всех добавить. И также пишите в группе. Там есть специальное предложение, специальная тема. Или просто пишите комментарии, какие карты вы хотите, чтобы я прошел. Ребята, я верю в то, что мы сможем брать 5000 лайков на вот этой серии. Я очень на это надеюсь, ребята. Как только мы наберем, я сразу же выпускаю следующую серию с прохождением какой-то крутой карты. Карта опять залагала. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мою страницу, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репост. ВКонтакте и просто скидывайте ссылку, ребята, куда попало, да. И пишите что-то в комментариях, как я сказал, на самый интересный комментарий я буду отвечать. Ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.